В минувшие выходные на территории Центральной библиотеки состоялся музыкальный пикник «Читай город». Об этом более подробно в следующем материале. Сегодня собрались у нас юные косплеисты города, кавер-группа «Карабас», которая нас поддержала и будет песни петь из любимых нами кинофильмов. Также у нас будет танцевальный флешмоб, который был организован танцевальным коллективом РУЭДА. Организаторами мероприятия выступили межпоселенческая центральная библиотека Амурского района и их партнеры. Чебурашка и крокодил Гена встречали гостей праздника. В рамках проекта литературного фестиваля организованы различные мастер-классы по аквагриму, росписи стаканчиков, детективное агентство, карта мира с достопримечательностями. Также на мероприятии раздавали медали «Я люблю читать». Очень-очень много всяких замечательных, интересных площадок. У нас поддержал ботанический сад, вот Елена Скромова, она тоже у нас госпожа осень, тоже сделала интересную площадку. И велополяна, город Амурск, сегодня тоже сделали такую вот интересную программу. Для того, чтобы всем нашим горожанам было очень интересно творчески провести этот замечательный воскресный день вместе с нами. С 1 марта по 1 августа проводился костюмированный конкурс «Литературный косплей». Участников было 9 человек, которые на фестивале представили свои задумки. Это и Мэри Поппинс, это электроник. Это Золушка, ее крестная, это Красная Шапочка, Валерий Акрашев, Гарри Поттер, вот, и, конечно же, электроник по рассказу, по повести Евгения Вилтистова. Дети творчески подошли, и самое главное, их руководители, конечно, потому что без руководителей я наверняка бы ничего не смогла сделать, поскольку была пандемия, все дети были на дистанционке, вот, но тем не менее это произошло. Была приглашена кавер-группа «Карабас» и многие другие музыканты и исполнители песен. Коллектив РУЭДА провел танцевальный флешмоб. Слова любви. Вы разбудили.